Знаменитая телеведущая Дарья Пантелеева живет с постоянным чувством вины. Даша не родная дочь супруга Пантелеевых. Девочку дочерили, когда ей было 5 лет. Много лет назад на вокзале Даша потеряла младшую сестру Иду. Мать Анна Петровна до сих пор не может пережить данное горе, находя утешение лишь в вине. Размеренная жизнь Даши заканчивается, когда к ней приходит монахиня по имени Серафима. По дороге из монастыря Дашу подвозит некий Дима. Молодой человек просит известную телеведущую помочь разыскать его сбежавшую невесту.